Вячеслав Разбегаев – актер театра и кино, известный яркими и запоминающимися ролями, прекрасные природные данные, актерский талант, умение вживаться в образы персонажей, передавать характер, делают исполнителя кумиром большого числа поклонников. Сейчас артист востребован как на сцене, так и на экране. О личной жизни Вячеслав предпочитает умалчивать, хотя однажды обмолвился, что давно и счастливо женат на женщине по имени Татьяна. Счастливая пара воспитывает троих детей, все дочери, младшая из которых появилась на свет в 2018 году. Долгое время социальные сети не входили в круг интересов Разбегаева, но и сейчас актер периодически публикует фото и видео в инстаграм-аккаунте. Вячеслав увлекается виндсерфингом, горными лыжами и сноубордом, играет в хоккей на любительском уровне. Познания в этом виде спорта пригодились артисту, чтобы разговаривать на одном языке с экранной дочерью. Пресс секретарем команды «Медведей» и сыном-хоккеистом в популярной спортивной драме «Молодежка». В 2021 году актер продолжил карьеру в кино. На экраны с участием Вячеслава вышел захватывающий мелодраматический сериал «Конец невинности», в котором актер исполнил одну из главных ролей. Стоит также отметить, в последние несколько лет Вячеслав начал активно заниматься общественной жизнью и благотворительностью. Актер поддерживает проекты, направленные на защиту экологии, выступает на юношеских конференциях. За плечами актера более 90 проектов. Он продолжает пополнять этот список. Плотный съемочный график не мешает Разбегаеву выступать на сцене. Секрет его продуктивности – преобразовывать работу в хобби и наслаждаться ею. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.